В столице продолжает работу республиканский форум волонтеров. Он собрал в Нур-Султане более 1000 добровольцев не только из Казахстана, но и из стран СНГ. Мероприятие проходит в формате Open Space в одном из павильонов выставки Экспо. Каждая площадка представляет собой обучающее пространство, где проходят различные сессии, мастер-классы по корпоративному и международному волонтерству, а также по работе с инвалидами. В числе самых обсуждаемых сегодня тем – вопросы экологии, медицины и образования. По словам организаторов, среди участников есть добровольцы в возрасте от 14 до 82 лет. Как правильно заниматься благотворительностью, как привлекать средства на свою деятельность и другим полезным опытом с казахстанскими волонтерами делятся гости из России, Кыргызстана, Узбекистана и других стран. От фандрайзинга, как можно привлечь средства в свою организацию волонтерскую, не только, до каких-то мастер-классов. Например, сегодня уже прошел первый мастер-класс, и это был мастер-класс, как работать с особенными людьми, а еще как с ними ставить театральные постановки. Я уверена, что это станет толчком к развитию, к дружбе между областями, между странами даже, для того, чтобы в следующем году, в год волонтера, мы очень плодотворно работали, чтобы у нас были общие успехи. Мы хотим, чтобы в год волонтера это был отличный толчок к развитию волонтерства в принципе в Казахстане, чтобы нас услышали во всем мире.